Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Заберем бесплатный наш сундук. Так, защитная арматура и стартовый ускоритель. И это все? Больше мне ничего не полагается? Результаты. Ну-ка, покажите мне, пожалуйста, кто выиграл. Так, ну мы проиграли, к сожалению. Да, неприятно, но бывает и такое, друзья. Так, забираем за четвертый день 15 самоцветов. Ну и, в принципе, так, поздороваемся. И, в принципе, побежим, соответственно, набивать кубки. Сегодня я должен взять 16 тысяч кубков. Новая краска, это у нас для выскочки. Ну, выскочка мне не нужен, я его не прокачиваю, ребят, так что перебьюсь. Ну что, кубок федерации, меняем нашего гонщика. Кого бы... Вот так вот оставим, пожалуй. Кстати, у меня же выпал... Новая анимация у меня выпала. Так, а где она у меня? Может быть, мне показалось? Хм. Я же помню, что мне выпадала новая анимация. Подтанцовка. Соло на барабане. Да. Видимо, нету, друзья мои. Видимо, мне показалось. Но, по-моему, все-таки что-то было. Ну что, Кубок Федерации, мосты. Будем брать. Опа. Не один я тут самый, да? Хитрый. Есть и хитрее. Причем и едет он дальше почему-то. И круче. Почему же я тогда такой нубасик? Опа! Ты видел как? Вот тебе и нубасик, друзья мои. Просто на монетках я его сделал. Просто у меня супер ускорение было от монеток, и я его обогнал. Вот это было, я понимаю, нормалек. Так, ну здесь-то, наверное, нам надо вот так вот делать. Ох, красава! Так, рычаг, давай-ка. Упс! Зашибись. Зашибись прокатился, да? Лучше нельзя было и придумать. Стартанул, называется. По жесткачу. Мотоциклист, что там вытворяешь, а? Я смотрю там. Кульбиты вытанцовывать, будь здоров. Так, мне надо вот этого хламона как-то обогнать. А как ты его обгонишь, а? А все, все. Вот и без проблем. Ребят, в принципе, первое место должно быть у меня. Каждая своя правда. И я на первом месте. Окей. Так, ну что, двигаемся дальше. У нас пляжный кубок. Пляжный кубок я буду, пожалуй-ка, проходить, наверное, на... Ну, давай на раллийном авто. Попробуем. А почему бы и нет? Почему бы, говорю, и нет? Давай, родной, наяривай. Конечно же, мотоциклисты всякие тут лезут вечно, куда их не просят. Не чтобы где-нибудь там перевернуться, да? Нет, ни в какую, ребята, идет на пролом. Давай, рейчик, не тупи, я тебя умоляю. Проехать 2000 метров, мы проехали. Мы выполнили, видимо, какое-то задание, ребят. Так, монетки возьмем. Есть. И... У нас 5 очков, так. У этого хламона тоже 5 очков. Так что, если мы сейчас возьмем первое место, у нас будет... Мы будем лидерами. В этих гонках, в этих заездах. Но это не так все просто сделать, наверное. Монеты, дай мне монеты. Замечательно. Когда мы берем монетки, нам сразу... Ой-ой-ой-ой, смотри здесь. А я залечу туда. Жух, на крыльях. Счастья и любви. Так, дай-ка я заберу задание завершенное. Так, плюс сундук. Тяжеловоз, ускоритель, фляг. Выиграйте 6 гонок на формуле.
Получи 200 времени воздуха, зима приключения. Эй, фигня какая-то. Так, ну что, у нас кубок Сумрачной долины. Я, пожалуй, поеду на суперкаре. Потому что Сумрачную долину, мне кажется, на суперкаре довольно неплохо можно проходить. Так, а тут у нас лихач. Не лихач, ну да, лихач, что это я. Вот теперь попробуй-ка, как говорится, обогнать эту всю трихомудию. Блин, да меня бесит, когда моя машина, блин, прыгает, как, я не знаю, как попрыгун какой-то несчастный, блин, бесит аж. Фиг ли она так прыгает-то? Как кузнечик, блин, понимаешь? Это бесит. О, лихач залетел просто, ребят, со скоростью света туда. Опять, что ли, они меня тут выиграют? Ну, получается, что так. Я же по пням любитель тут покататься, понимаешь? Мне хлебом не кормить, да и по пням поездить. Трындец. Если бы я взял бы, наверное, раллийное авто, скорее всего, победил бы здесь. А так, ни шиша. Все из-за этого выскочки, блин. Не выскочки, а как его звать-то? Ну вот не может он заезжать, понимаешь? Нормально не может он заехать, блин. Трясется, дергается, как паралитик. 5 очков. В общем, я там третьим, да? Да, ребят, я третьим. Далеко не отъезжаем, но, тем не менее, неприятно это все было. Болотистая дорога. И опять на суперкаре. Вроде бы идеальный старт. И на тебе, как только какая-то ямочка. Все, сразу же начинаем буксовать. Ну, заезжай ты, твою... Меня сейчас на хилл-климбе сделают, понимаешь? Блин, я не могу. Не могу я смотреть на эту машину. Нормально, когда такие напряженные моменты, она начинает хандрой заниматься. Там еще кто-то на попрыгульках, ты видел? Там на амортизаторах прыгал. Я слышал. Ну, если ты запрыгнул, то едь тогда, твою налево. Шапку надел на голову. Теперь что, все? Ничего не видишь, блин? Нормально. Так, ну что, друзья мои, 6 очков у нас в данный момент. Нам нужно еще проехать нормально гонку. Все будет чики-бомбони. Он меня не перестает удивлять. Ух, ё-моё, крокодилы, что эти всякие? Вот тебе сейчас и будет чики-бомбони. Да нормально, нормально, ребят, проедем сейчас. Изи. И полетел. Ну что, тут у нас получилось очень даже неплохо. Кубок лесов. Если я не ошибаюсь, то кубок лесов, по-моему, все-таки на дизеле лучше проходить. Давай, родной, есть. Ну что, тут первое место мы заняли. Гонка номер 2. Давай, чики-бомбони. Замечательно. Здесь тоже у нас все получилось великолепно. Ну что, пруди. Дожми гашетку. Так, давай тогда сюда, раз подлетел уж так высоко, будем. Все так норовят, ребята, меня обогнать. Но вроде бы супер дизелек здесь отлично справился. Я бы даже сказал, на 5 баллов. Не придраться. Так, и мы зарабатываем сундук. Новые колеса, зимние шины, ускоритель дым и стартовый ускоритель. Так, команда. А так, привет, здорово, как жизнь? Хорошо. Повысь доход, вход до 2500. Хай-ю-хай, с вами украинская обезьянка бомба Куэ, которой нет. О чем он? Я не понял. Ну что, ребята, у нас весенний город. Весенний город с такое название интересное. Поэтому, наверное, мы поедем
на суперкаре. Дальний путь. Дальний путь. Посмотрим. Так, тут еще один чмошка едет. Мне кто-то говорил: Рэй, не оскорбляй своих оппонентов, тебе это не кажется. Ребят, но я же оскорбляю их как бы не то, что действительно, а как бы сам себя этим разодуривая. Да и чисто по приколу. Вот, ну ничего, как говорится, личного. Никаких личных оскорблений нету. Так, тихо, 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 Рэй, куда ты так разогнался? Ты же видишь, что там потолок, ё-моё. Так, смотри, 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 смотри. Вылетел. Откуда не возьмись. Появился. Сам ты знаешь, кто появился там, да? Опа. Это чики-бомбони. Давай, 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 родной. Там уже финиш сейчас будет. Вот он. Но это была только вторая гонка. Еще, друзья, две. Две гоночки нужно нам сделать, и все будет чин-чинарем. Блин, идеальный старт не получился. Плохо. Давай, 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 давай. Yeah. Так, мы набираем скорость. Прекрасно. Ну тут сам видишь, все получается вообще суперски. И финиш. Мне нравится, когда мы вот так вот проезжаем. Уклон. Какой там еще у нас будет уклон, а? Опять он лезет. Ай-яй-яй. Не дай, не дай себя обогнать, Рэй. Да ты посмотри, как он шпарит. Фига он там. Его вообще реально обогнать? Есть. Прям на финише. Прям, друзья, на финише я его обогнал. Значит, все-таки это реально сделать. Так, ну что, 12 деталей. Это у нас на супер дизель, ускоритель дым. А у нас восхитительные диверсии. Блин, в тот раз я восхитительные диверсии не смог проехать на суперкаре. Я там запоролся, это я помню точно. Ну, все. Ну вот начинается, ребят, тут идет дебильные прыжки. Что ты делаешь, твою налево? Что ты делаешь, Рэй? Ну, вторым приехал, да? Вторым, ладно, ладно. Главное, что не последним. Вторым это еще простительно. Тем более я там замешкался. Ой, сам видел, да? А что, меня супер... вот этот вот охламан, что ли, выиграл? Я не могу понять. Как его там величать-то? Нет! Вставай на колеса! Все, ребят, не дано. Не, я больше не буду диверсии проходить на суперкаре. Ну, не получается, понимаешь, не выходит. Лучше нафиг, наверное, на этом ехать, проезжать их. Либо на раллином авто, либо на супердизеле. Ну, мне кажется, что лучше все-таки на раллином авто, да, брать. Ну что, 5 очков. Какой там, второй, хотя бы второй. Лучше вторым, чем последним. Вот фабричный кубок, да. Это как раз для нашей машины. Тут все-таки более-менее прямая трасса. И тут можно очень даже нормально так гнать. Тем более, когда у тебя монетный ускоритель, жалко, магнита нету. Ну, вот так вот мы побеждаем здесь. Давай ты... Что за эти, за подтормаживание, а? Ну, не дуркуй. Любитель подурковать.
Не надо вжикать мне здесь все. Здесь у нас тоже первая позиция. Амирус Зи. Что-то... Вот я иногда смотрю на машину нашу, я не понимаю, как он так едет-то еле-еле. А потом вот так вот стартует. Непонятно, с чего вдруг. Но, тем не менее, обогнали. Все. 16 тысяч кубок будет нашим. Так, день гонок. Слушай, по-моему, уже был у нас день гонок сегодня. Это второй раз. Что-то у нас сегодня в игре, я смотрю, очень много тягачей, ребята, развелось. Вам так не кажется? Фу! Молодец. Вот это ты лопушка сейчас согнал. Вот это ты круто лопуха согнал. Уступил место какому-то вшивому тягачу, ребят. Ну это вообще не на меня не похоже. Тягачу уступить! Не помню, когда в последний раз вообще тягачу уступал. А тут на тебе. А тут на тебе. Уступил ему место. Не то, что уступил, знаешь, как будто подарил. На тебе, говорю, забирайте место. Оно мне не нужно первое. Зачем? Давай, давай, давай. От пригорка до пригорка. Так вот будем прыгать. Давай, давай, шпарь. Вот чего-то не хватает. Она когда приземляется, все равно, ребята, очень много теряет скорости. Очень много. И набрать ее быстро невозможно. Так, мистический кубок. Ну уж извините, мистический кубок мы будем тогда проходить на раллийном авто. Хотя... О, супердизель рванул, ты видел как? И вроде бы все хорошо и гладко, и чинно, и благородно. И в то же время, ребят, муть как это получается. Как меня я этот обогнал, а? Его там в помине не было, блин, когда я ехал. Кто-то вылупился. Ну ты еще давай перевернись. Опять яй-яй первый. Нет, там псол какой-то первый идет. Псол. Как вот он умудрился, ребята, приземлиться первее, чем я. Обычно супердизель в этом плане хуже. Он, по-моему, со своим стартовым ускорителем или что у него там, я не знаю. Так, я под воду. Давай, давай, перелетай это все дело правильно. Вот так вот надо ездить всегда, блин. Ну что, 7 очков, каким я буду по счету? А, еще гонка. Тут еще гоночка, друзья. А я уже, ну все. Все, обделался, называется. Конечно же, мне еще это... Ты сейчас серьезно, блин? Так, 7. В любом случае я первый. По очкам я выиграл всех абсолютно. Ну что, у нас трасса Била. Поехали, наверное, прокатимся на раллийном авто. Смотри, 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 смотри. Так, я смотрю, там байк у нас сзади лупит. По полной программе, да? Хочет меня обогнать. Но ничего подобного, ребят. Я на первом месте, тут спортивное авто приехало вторым. Нормально? Вот так вот.
Делай выводы, парнишка. Сейчас разобьемся, а? Ох, сейчас довыпендриваюсь. А, у него тоже крылья, прикинь. И у него ускорение это будет получше, чем... А, у него еще и нитро стоит. У него не нитро, а форсаж у него стоит. Или нитро, блин. Да. Он берет горючее, ребята, и сразу же на глазах у меня отрывается. Неужели мы его не обгоним? Не. На одном уровне еду, но все равно, ребята, я первый. Так, кубок шахты. Ну, кубок шахты мы, наверное, поедем на этой же машине. А вот байкеру здесь, мне кажется, делать и нечего. Куда ты такие, блин, кренделеты выплясываешь? Ну, ё-моё, ну... Разбейся нафиг. И байкер тоже разбейся. Фух. Давай. Ну. Че, все, допрыгался кузнечик. Размазался там, я смотрю. Спорткар. А знаешь почему? Потому что он не взял. У него не было крыши. Не было защиты. Элементарное падение его привело к смерти. Я манал в пещерах без крыши гонять. Но это самоубийство на самом деле. Поэтому, когда я смотрю на байкеров, когда они тут ездят, я не знаю, ребят. Им нужно ехать тут аккуратненько, аккуратненько. Не дай бог чуть выше прыгнуть все, ребят. Вот, видишь, вот он, байкер докатался. И богиня Алекса тоже. Вот так. Нифига себе. Образ прикольный, пиксельный такой. Так, ну что, 3000. Да, 3000 монет мы зарабатываем. И 16 тысяч кубков уже, ребят, тут практически до них рукой подать. Забытое шоссе. Я, наверное, попробую на нашем суперкаре прокатиться. Блин, ну если сейчас тут будут они подъемы, тогда фиг мы здесь что сделаем. Смотри, 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 тягач. Это старая знакомая, ребята, школа. Называется «Притормозил». Называется «Притормозил». Там всего лишь одна гонка была. Нет, на нем поверху, конечно, ехать это опасно. По верхушкам, по этим. Я еще думал, блин, может быть, притормозить. Ну, когда притормозить, там такая скорость была. Куда же там притормаживать-то, да? Там что сзади? Суперкар едет? Или раллийка, я что-то не пойму. По-моему, раллийное авто. Да, раллийное авто ехало. Так, зона опасности. Зону опасности мы тоже должны, в принципе, проехать нормально. И вот... Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот это вот дебильнейшее место, ребята. Просто дебильнейшее место. А это там где-то по верхам проехал, да? Умудрился, я не знаю, как он там умудрился проехать. Ну, он выехал, короче. Сейчас мы... Вот это вот, по-моему, да? Алексек. Или кто он там? Давай, 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 шпарь. Есть.
Вот тут вот уже получилось нормально. Первое место. Нагорный кубок. Слушай, Нагорный кубок. Наверное, вот так надо ехать. Ну тут, наверное, можно было бы взять и этот багги. Вот тебе и Нагорный кубок, ребят. Сразу же с фейла начинаем. Да? Сразу же начинаем с фейла. Тут запчасти какие-то валяются от кого-то, непонятно от кого. Ну, третий. Ладно, тут две гонки всего, кстати. Ну заезжай ты, твою, блин! Трындец, это трындец просто, ребят, ну... Да разбейтесь это нафиг лучше, блин. Ни там не заехал, ни здесь не заехал. Короче, последнее место вообще. Сработали, блин. Даже третьего не получили. Откатываемся. Я в шоке. Что происходит, а? Ну тут понятно, тут магнитная цепь, это всем ясно, что будет. Формула. Ну, мне кажется, мы тут проиграем формуле, нет? Нет, выиграли. Да кофиг ли выиграли? Магнитное безумие. Нам надо с тобой. Так. Ну что, если там ребята стартанули, а че мы-то так плохо едем? А че, кто-то уже давным-давно на финише, что ли? Я не могу понять. Вот это вот дерьмо уже на финише сидит. Как он так? Да. Вот это что сейчас было, твою налево, а? Вот это что сейчас было, блин? Он просто встал на магнит. Он просто встал на магнит. Трэш. Зачем я взял баги здесь? Я думал, что это у нас, блин, песок, пляж, блин, пляж. Ага. Нормальный пляж, тебе нравится такой пляж? Неплохой, да? Пляжик. Но благодаря все-таки своим этим магнитам там подобное, да, что дает ему монетки, мы все-таки заняли первое место. Тут половина из них с магнитными ускорителями. Не с магнитными, а с монетными. А кто-то даже на попрыгульках здесь хочет выиграть. То есть он делает там разгон. Но пока он там делает разгон, мы уже с тобой вот так вот. Все. Финишировали. Райская бухта. Ну вот, вот она, Райская бухта. Здесь можно уже, конечно же, официально ехать на нашем багги. Где я-то, я не вижу. Ё-моё! Кучу в это все едем, блин, я даже не увидел, ребята. Чуть было не перевернулся.
Ну давай ты эту вертушку-то хотя бы догони. Так, тихо. Может быть, батуханом этого... Вот скажи, нафига он скорость сбавил, а? Вот. Есть. Обогнали мы этого батухана и заняли первое место. Иди он, побрейся, морда грязная. Так, а это у нас гора смерти. Гора смерти. Нам, наверное, скорее всего, надо на супер... Нет, на раллийном авто. Может быть, не надо было на раллийном авто. Черт его знает. Упс. Не обогнал. Надо прокачивать тачку, ребят. Я просто смотрю, что наша прокачка уже здесь не тянет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, да что же это такое-то, а? Иногда, конечно, хорошо крылья, а иногда они вообще, ребят, бесполезны. Наверное, все-таки идеальное приземление здесь бы лучше зашло бы, да? Как ты считаешь? Какое у меня второе место, да, получается? Второе. Лесной кубок. Вот уж на лесном-то кубке я поеду. Вот на чем. Бревна и валуны. Не сделал ли я огромную ошибку, ребята, а? Опа! Как я их всех? Прям, ребят, на финише. Просто перелетел их всех. И это было классно. Это было суперски и потрясно. Только не надо в бревно, пожалуйста, впендрючиваться, а то... Ух, я уже думал, сейчас перевернемся, не дай боже, но все, вроде бы обошлось. Так, ты не вздумай. Блин, надо что-то делать с этими прыжками, я не знаю, что делать, когда он подлетает и в воздухе подзависает. Дело дрянь. Ну, отлично, по красоте. Вот тут получилось лучше всех проехать мне. Так, кубок претендентов. Ну, насколько я помню, кубок претендентов заключается в трех разных трассах. Поэтому я оставляю супердизель. Наверное. Ой, тихо. Сейчас тут можно... крышу, как говорится, потерять. Он уже почти потерял. Виктори. Давай здесь теперь. Так же хорошо проедь, пожалуйста, а, рычик. Ну, в принципе, монетки все хватает. Все отлично. Да.
Слушай, пусковая шахта. Блин, это что, шахты сейчас будут? Или чего, я не пойму. Чё так ты едешь-то? Нормально. Нормально, нормально, отлично. Все-таки сделали мы их тут. Так, и судя по всему, нам остается одна лишь гонка. Это будут эпические холмы. Эпические холмы. Дай-ка я, наверное, уберу отсюда крылья. Попробуем так. Поехали. Конечно же, без идеалочки, как всегда. Да что ты, ты еще хуже стал ехать, ребят. Последним. Да дебильное вот это ускорение, что я взял. Нафиг я его взял, вообще не понимаю, блин, здесь. На эпических холмах, но вообще бесполезняк идет. Пипец просто какой-то. Просто трындец, блин. Надо было брать это, наверное, приземление нам идеальное. И то было бы больше, лучше и больше толку. Не могу, прям бесит. Че, пока я, ребят, вообще третье место у меня. Все перелетают, блин, кроме меня. Я во все дыры в эти, ребят, залазю. Не, не могу, все, последний, короче. Вообще, меня даже здесь нету. Отъезжаем. Грязные ралли. Поехали. Мы тут решили попрыгать, поскакать, блин. Ну, все, что как мы любим. Фух. Трындец, нам надо было всего лишь одну гонку выиграть, и все. Нет. Давай, 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 перегоняй эту, блин, ватрушку, вертушку, блин. Вот, вот это сейчас был отрыв. Отлично. А если бы у него был бы, например, там нитро и магнитный ускоритель, я вряд ли бы, наверное, эту вертушку смог бы обогнать. И что она вытворяет? Она изначально дает неплохой старт. Причем без всяких этих, ребят. Без всяких монетных ускорителей, без магнитов, без всего. Понял? А я с этими штуками не смог его обогнать. С ускорителями, со всякой прочей ерундой. Да как он так прыгает-то, твою налево, блин? Просто не могу, ребят. Есть. Е-е-е-е. Доказали, что мы лучшие. Так, ну что, еще шахты?
Еще шахты. Слушай, а если я, например, шахты попробую проехать? Как думаешь, это не идиотский ли поступок будет с моей стороны? Там кто-то на формуле, лего какая-то. Давай, 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 едь. Ну, слушай, тут нормально. Он практически на баге на этом, на заднем колесе едет. Я вот смотрю, он редко, когда на двух колесах едет. В основном на заднем. По большей своей части. Нет, давай я вниз, наверное, упаду. Так, хил Климп. Отвали. Он, по-моему, там поцеловался с потолком, если мне не показалось. Вот и все. Слушай, совсем нормальная была задача. Мы с ней справились. Причем на этом. На баге. Да? Очень даже неплохо. Так, нам бы главное не разбиться сейчас. Шапку потеряли, да и пофиг. Ну что, вот и все. 16 тысяч кубков у нас, друзья, в кармане. Да? Да. Что за детальки? Ага, ускорители. Так. Получилось, что... Так, в КС мы продули, потому что надо новых людей в клан. Что у нас по клану, ребят? Командный сундук. События. Белый кот 5 километров всего проехал. Это мало. Так, дай-ка я прокачусь. Давай, поехали. Фига они, блин, тут. Они все на байках. Бизил докатался. Так, новый рекорд. Теперь я возьму багги. Так, еще один мотоцикл, да? Догонялся, я там видел. А этот на своих колесах здоровых проехал. Хоть бы что, ему по барабану. Так, лес, блин, лес нам лучше. А на чем нам лес проехать? Давай на хилл-климбе. Старый ковбойчик. Старый ковбойчик Рэй едет на хилл-климбе. Не спеша так. Да-да-да-да-да, я знаю, что надо аккуратнее, потому что у меня нету защиты. И шею можно свернуть с полтычка. Все. Следующая гонка у меня будет... на ХКР-ке. Я, ребят, беру те машины, которые у меня более-менее еще прокачаны. Так, проехали. Пу, ну а тут-то на какой тачке, я даже не знаю, ребят. Ну, давай я возьму автобус. Да.
Да тихо. Что ты делаешь, Рэй? Да. Вот как-то так я прокатился. Так, здесь небесная скала. Любую машину можно взять, да? Небесная скала. Ну, давай попробуем. Зря я взял эту машину, ребята, здесь. А чё ж ты горючий-то, Рэй, не подобрал? Сзади там была горючка. Тупанул, верно? И сейчас не взял. Вот теперь пожинай плоды своего жадничество. Зажал взять сундук? Получи и распишись, как говорится. Так, ну что, друзья мои, на этом, пожалуй, я буду сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!